Ага. Ходит там вокруг бедного кузнеца. Злорадствует, наверное, над ним то, что превратило его в камень. Я офигеть! А мне-то сейчас что делать? Я же сейчас вот этот кузнеца даже забрать не могу, потому что медуза Горгона там возле него ходит. А может ее как-то отвлечь, а? А если вот так вот... Опа! А, побежала, побежала, побежала. У меня есть пару секунд. Кузнец! Кузнец! Ты меня слышишь или нет? Может, по палочке вот этот заклинание, вот этот... Кузнец! Да я даже поднять не могу! Кузнец, ну просыпайся ты! Ну я не могу тебя здесь просто так оставить! Даже если ты в камень превратился! Да! Ну она же сейчас вернется! Ну давай просыпайся! Она уже вернулась! Ядрить ты колотить! Опа! Опа, 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 опа! Заклинание, которому меня вот эта Вероника научила. Вот там и стой, карга вот эта старая! Так, как мне спасти кузнеца в первую очередь? И как мне во вторую очередь выбраться отсюда, из этой западни? Я чё-то вообще ничего не понимаю. Надо думать, надо думать, надо думать, надо думать, надо думать. А-а-а! Ну, думать это не моё, поэтому думать будем в следующий раз. Надо где-то спрятаться, чтобы... Она меня не увидела и... Опа, не достала. Вот здесь. Надеюсь, что она меня не заметит. Здесь высоко-то так. Сюда подойди, этот верховный маг. Сюда ближе подойди ко мне. Я сдаюсь. Белый флаг, выпустите меня с этой арены. Я не хочу сражаться с этой медузой Горгоной. Я признаю свое поражение. Все, иди в задницу. С турнира всех магов просто так не уйдешь. Здесь проходят бои не на жизнь, а на смерть. Проигравший навсегда будет изгнан из города магов. Поэтому сражайся до конца. В смысле навсегда будет изгнан из города магов? Я как бы не очень хочу, чтобы меня выгнали вот этого вообще с этого города. Но, походу, у меня другого варианта нет. Поэтому, чао, бомбина, вот этот верховный маг! Если ты меня выпускать не хочешь, я сам отсюда свалю. Я за вот этим, а за кузнецом вернусь чуть позже. Все, медуза Горгона, было не очень приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, что мы с тобой никогда больше в жизни не встретимся. Иди сражайся! Кто ты, мужик или баба? Ну вот, мы снова с тобой и встретились, а, красоточка ты моя. Ладно, тогда будем с тобой сражаться, я все же как бы неплохой маг получается. Меня Вероника и Шурик учили хорошим заклинаниям, главное, чтобы она меня в камень не превратила, как это получилось с кузнецом. Так, надо ее задержать ненадолго, ненадолго, так ее задержим. Надо сконцентрироваться, как мне говорила Вероника, надо почувствовать грозу внутри себя. У меня же палочка грома. Как-никак. Почувствовать гром внутри себя, да? И... Ага, это заклинание, значит, на тебя не работает. Ну тогда готовься к моему самому сильному заклинанию, которому меня научила... Вероника, несколько серий назад. Бог грома, помоги мне, пожалуйста, убить эту коргу потлатую с этими с медузами и вот этими змеями на башке. Я призываю молот грома! Па! Слушай, ну ее вообще, походу, в этой жизни ничего не берет. Ладно, тогда по старой схеме опять закрываемся здесь. Так, 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 ага, ага. Вот сюда. Если ее даже этот молот не убивает, тогда я не знаю, что делать. Но у меня есть еще одна идея, которая всегда меня спасала. Кузя! Летит страус мой пернатый, который спасает мою задницу почти каждый день. Кузя, приземляйся сюда. Давай, беги, беги, беги отсюда. Она, наверное, или огня боится, или просто дракона боится. Кузя, подойди сюда, быстро сюда, подойди ко мне. Короче,
Сгоняй за Шурой и сгоняй за Вероникой. Они прямо сейчас сидят у себя дома. Притащи их сюда так быстро, как только можешь. У меня уже палочка ломается. Я вечно от этой медузы Горгоны отбиваться не могу. Поэтому давай, одно крыло здесь, другое крыло дома у Шурика. Полетел давай! Полетел, полетел в другую сторону! Вот туда! Ага! Ну, немножко времени, я выиграл. Сейчас надеюсь, то, что Шура с этой с Вероникой придет сюда ко мне так быстро, как только возможно. Если что, меня тут нет. Я в домике. Ну и чё? И чё ты будешь делать через ледяное окно-то? Ты меня не сможешь достать, а? И свои вот эти чары каменные тоже на меня не сможешь вот это задействовать, как на кузнеца. Ну будь ты человеком, ну преврати кузнеца обратно в кузнеца. Сейчас вот этот, сейчас Шура придет, сейчас Вереника придет, и мы тебя реально на змеиный фарш пустим, на шашлычок. Ага. Ой. Кузя! О, давай быстро, быстро, быстро! Приземляйся, приземляйся! И вот это... Жарь вот эту медузу Горгону, быстро, давай! Молодец, молодец! Все, охраняй меня! Ты вот это... Ты Шуру и Веронику притащил или нет? Где они? Кузя! Где Вероника? Где Шура? Я же тебя просил за ними А, вот они! Так... Здорово, ядрич колотить! Мы в жопе, как говорится! Давай, сражайся, мы за тебя болеем! Шура, ты дурак? Посмотри на центр, там, где Кузя стоит, видишь? Что там находится? О, ты в скульпторе заделался? Что за статуя? Это кузнец. Знакомьтесь, его медуза Горгона в это в камень превратила. В смысле, кузнец? Как это произошло? Вот с этим мы разберемся чуть позже. Так, Вероника, твоя задача, иди сейчас к этому верховному магу и отвлеки его как-то, а он меня отсюда выпускать вообще никак не хочет. А ты, Шура, спускайся сюда ко мне, вот это, через лестницу вниз. Давай, Вероника, давай, побежала. Ой, ну здравствуйте. Какая у вас красивая седая борода. Я тоже такую хочу. Какая седая борода, Вероника! Он тебе не поверит! Ну, мой секрет бороды заключается в креме после бритья. Сейчас я тебе все расскажу, девочка моя. Сработало? Шура! Быстрее иди сюда! Давай! Заходи! Двери закрывай! И сюда ко мне, пока эта медуза Горгона не вернулась! Кузя, ты пока там охраняй, смотри, чтобы это не... Вот эта кошелка зеленая к нам сюда не подошла! Этот верховный маг, он нас заманил на эту арену и даже не сказал, с кем мы будем сражаться! Когда мы сюда с кузнецом зашли, это оказалось... Медуза Горгона! И она кузнеца сразу же моментально в камень превратила! И что делать мне сейчас, я вообще не знаю! Он совсем там чокнулся! Её же практически невозможно победить, она бессмертная! В смысле бессмертная? Ты сейчас все мои надежды разрушил за одну секунду! А с кузнецом что делать? Он же не может оставаться камнем до конца жизни! Ну, земля ему пуховик, кузнецу, его уже никак не вернуть! Не, Шура, 100% должен быть какой-то другой выход из этой ситуации. Так, тогда давай делаем так. Ты прямо сейчас беги в город, найди кого-то, кто может приготовить зелье, чтобы превратить кузнеца обратно в человека, я буду отвлекать медузу Горгону и вот этого верховного мага. Да, я даже не знаю, где, куда бежать. Я не смогу найти. Помощник недоделанный не сможет он найти. Ладно, Шура... Тогда давай вот это, раздевайся. Ага. Что делать? Раздевайся. Полностью. Снимай свои шмотки. Прямо сейчас. Ладно. Главное, чтобы Вероника не увидела. Ага, Шура, давай. Шура, надержи, вот это, трусы, главное, не растяни, трусы не растяни, и рубашку новую не порви, давай сюда свой комбинезон. А чё такой маленький, не залазит-то, подожди, нет-па. Ну, совсем другое дело, как-никак. План такой, ты отвлекай этого верховного мага, он же без очков, он старый, он даже не заметит разницу, а я пошел искать какую-то помощь, я вернусь так быстро, как только смогу, используй все свои самые сильные заклинания и задержи вот эту медузу Горгону, ага?
А ты, Кузя! Кузя, сваливай отсюда, чтобы вот этот верховный маг тебя не увидел, давай! Вероника продолжает его там отвлекать, надеясь, что у них там все хорошо. А потом я мажу ее жиром дикого бурундука, поэтому она у меня такая белая и шелковистая. А сколько жира нужно? Они что, до сих пор о его бороде разговаривают? Так, ладно, у меня немножко другие планы. Мне как бы тоже интересно, откуда у него такая борода длинная. Я себе тоже такую хочу, но в следующий раз. Так, кто мне может в этом помочь? Кто мне может помочь спасти кузнеца или убить вот эту медузу Горгону? Там у нас продавец палочек, но продавец палочек вряд ли мне с этим поможет. Там у нас жена кузнеца. Лучше жене кузнеца, пока это не горит, то что ее муж вот это кокнулся. А там у нас продавец зелий. У него 100% есть какое-то зелье, которое поможет превратить вот этот камень обратно в человека. Короче, меньше разговоров. Мой друг камень, его надо превратить в человека. Он превратился в камень вот так за секунду, а Шурик мне сказал то, что он все, он кокнулся. Земля ему пуховик. Я не знаю, что делать. Он сказал то, что все, как бы, его нельзя превратить обратно в человека. Может, ты мне хотя бы поможешь, а? А в камень его превратила, наверное, медуза Горгона, да? Ну да. И что нам сейчас делать? Ну, я спешу вас расстроить. Его уже никак не спасти. В смысле никак не спасти? Ну мы же в городе магов. Ну должен быть какой-то способ. Ну самый сложный, но он же существует, а? Магия... На нее никак вообще не действует. Ну если магия не действует, ну зелье-то хотя бы должно подействовать или на кузнеца, или на вот эту на медузу Горгону. Ну пожалуйста, ну родненький мой, ну скажи, как нам выпутаться из этой ситуации, пожалуйста. Ну, к сожалению, я этого не знаю, но знаю, кто знает. Иди за мной, я тебе покажу. Ну давай, пошли давай. Если ты не знаешь, а кто-то знает, это уже хорошо, уже кто-то нам сможет помочь. Потому что, ну, это просто я так не смогу оставить. Мой кузнец, это почти мой лучший друг. Что делать? Вот тот вот огромный дом спереди. Вот тот? И чё? Там живет самый древний маг этого города. Если кто-то и знает, как убить Горгону, то это точно он! Самый древний маг этого города? Да слушай, да я в этом городе магов уже живу, наверное, где-то 3-4 месяц. Я не знал то, что вот там какой-то маг проживает. Подожди, и кто это? Он из своей башни не выходит несколько лет. Его зовут Сенсей Хачикрикиуауа! Я не расслышал. Еще раз. Как его зовут? Сенсей Хачикикиуауа! Еще раз. Я плохо слышу в последнее время. Еще раз. Как зовут этого сенсея, который в башне живет? Хачикикиуауа! А можно... Помедленней, по слогам. Я не понимаю. Как его зовут? Иди в жопу. Сенсей Хачикрикиуауа. Ага. Вот почему я о нем никогда не слышал, об этом сенсее Хачикрикиуауа. Потому что я даже не знаю, как правильно его имя произносить. Хакирикинчикиуауа. Так. А, вот в этом доме он живет. Ну, если кто-то... Сейчас запрыгнем вот сюда. Если кто-то в этом городе и знает, как победить медузу Горгону, то точно только сенсей Хачикрикиуауа! Вот как правильно его зовут. Так, тогда прям сейчас надо забраться на самую верхушку этой башни. Я надеюсь, то, что он мне подскажет... Как ее кокнуть и как спасти нашего друга вот этого кузнеца. Опа. Ага. Ага. Это вы? Сенсей Хачикрикиуауа? Я знал, что ты придешь.
Откуда вы знали, что я приду, сенсей Хачирики Уауа? Этот продавец магии мне только что о вас рассказал. Я чувствовал тебя. Как вы меня чувствовали? Мы же сами даже не знакомы. Чем вы меня чувствовали? Друга твоего в камень превратили, да? Откуда вы это знаете, сенсей Хачирики Уауа? Так мы с вами даже не знакомы. Куда кузнеца в камень превратили? Я все знать. Я же сенсей. Прям все вы знаете? Прям все, что происходит в этом городе? А ну давайте еще что-то расскажите. Я даже знать, сколько ты раз сегодня в туалет ходить. Да? И сколько? 4 раза с утра и 4 раза после обеда. Запору тебя, сын мой. Надо тебе лечиться. Сенсей Хачикик... Ханчик... Сенсей Хачирики Уауа! Реально, это никто не знает, кроме меня и сенсея Хачирики Уауа. Тогда вы точно мне поможете? Мне надо кокнуть медузу Горгону! Вы знаете, как это делается? Садись на жопе, сын мой. Мне многое есть, что тебе рассказать.